Так, мы привязываем лошадку, пожестче ее чуть-чуть привязываем, потому что она начинает болтаться. И дело не в том, что там просто человек обливается. И будем сейчас ей промывать рот. Только не на весь напор открывай, иначе ты будешь весь тоже мокрый. На половинку где-то краник. Вот проверяем воду, чтобы она была тепленькая, не кипяток и не холодная. Все, иди на правую сторону. Ага, сбоку, как шприц мы ей делали. Вставляй. Пальцем туда не залазь. И периодически ей давай выплюнуть. Тогда она хорошо. Она уже приучилась. Молодец. По чуть-чуть сама набирает, полоскает. Вставляем. Вот так размываем. Вот. Там прекрасно все достает. Даже запах выходит. Ну, ты ей пить не хорошо. Ну, пусть пьет. Какая разница. Попьет тоже параллельно. Ну. Еще и лучше после тренировки. Так сама будет за шлану хвататься. Пьет, да? Да, вот она. Кажется, заодно и напилась. Так, ну вот так со шланги промывают. Дальше мы берем серебро. Вот у нас бутылочка. 20-кубовый шприцик. Ага, взболтать обязательно. Заколдовать. С державой уже натренировалась за это время. Точно так же идем, как мы и делали до этого. Вставляем сбоку шприц, поглубже туда, до, и выдавливаем серебро. И так делаем два раза. Набираем еще. И заливаем повторно. Дальше мы ждем 10 минут и заливаем, ну, как обычно. Сейчас я вам покажу, чтобы было понятно. Егор привез люголь вот такой. Там 5 миллилитров, ну, сколько наберется. В этот же шприц набирай. И 10, через 10 минут то же самое. Не буду вам уже показывать. Там все понятно.